течение нескольких месяцев команда проекта проехала по всему маршруту процессии, переносившей святые мощи князя в XVIII веке от Владимира до Санкт-Петербурга. Журналисты работали с подлинными документами в Российском государственном историческом архиве и даже прикоснулись к одному из важнейших источников – Лаврентьевской летописи 1377 года. Для Новгородского областного телевидения фильм об Александре Невском – один из самых масштабных проектов. Одними из первых его увидели новгородские журналисты. Обратите внимание на песочную анимацию, потому что задались авторы вопросом, как иллюстрировать жизнь Александра Невского, потому что архивов, понятно, никаких нет. Часть жизни Александра Невского будет нарисована на песке. Ну и профессиональный, да, ваш взгляд должен еще, наверное, быть обращен на то, что весь фильм посвящен такой большой пиар-операции. Увидеть результат работы съемочной группы в полном объеме, посмотреть фильм «Александр. Возвращение к Неве» в скором времени сможет каждый. Он будет транслироваться в эфире нашего канала в воскресенье в 13:30.